Сейчас мы с вами прогуляемся. Софишкина аллея. Аллея была заложена 1,5 века назад, 150 лет, Софьей Аксаковой, женой первого уфимского губернатора Григория Аксакова. Вот. Вот она, эта аллея начинается. Софишкина аллея. Вот по ней можно идти, гулять. Пошли по аллее гулять. Старинными зданиями любоваться. Вот какое-то красное кирпичное здание. И вот так все вдоль аллеи мы выйдем к первой соборной мечети. Вот там первая соборная мечеть. Сто пятьдесят лет здесь назад прогуливалась Софья Аксакова. Театр оперы и балета. Здесь выступал и занимался Рудольф Нуриев. Здесь даже показывают его окно, где он сидел у окна очень часто. Рудольф Нуриев. От него пахло, говорят, керосином, потому что перед тем, как бежать в театр, его мать посылала купить керосина.
для отопления. Вот где-то Рудольф Нуреев сидел у окошечка и смотрел вот на эту улицу. Башкирский государственный университет. Пойдемте перейдем дорогу. Вот он. Здесь в 1937 по 41 год учился великий российский и башкирский поэт Мустай Карим. Башкирский университет. Сейчас мы направляемся к первой соборной мечети Уфы. Первая соборная мечеть.